сегодня 27 августа, мы находимся в городе Токмак, точнее за городом, и мы поехали. В этом сезоне прям масштабно началось все так быстро. Дрифт ворвался наконец как бы более, как сказать, на официальном уровне. Потому что до этого мы как бы дрифтили, тренировались сами как бы здесь в тени, грубо говоря. Приезжали, тренились. И тут как бы от Градус Капа они уже создали Мацури. Вот уже два прошло, сейчас вот третья будет завтра. И говорю, уже уровень нормальный, более интересно стало. Этот сезон, да, хорошо откатали. Я как бы акцентовал на этот сезон, и это мой дебютный сезон, да, я в этом году только начал выступать. Вроде как бы для себя добился некоторых успехов, да, вот, и другим это заметно, они тоже уже как бы хвалят тоже те, кто со стажем, да, с опытный. Вот, ну, машину как бы готовим тоже, стараемся. Спонсоры помогают, там поддерживают, чем могут. Масла, фильтра, техобслуживание машины полностью на них. Там резина иногда помогает. Ну, как бы свои эти. Естественно, не хотелось бы тоже перед ними там ударить грязь лицом. Да, стараемся, конечно. Ну, у нас тоже, видите, все пилоты хорошие, опытные. Вот, среди них как бы вырваться вперед очень тяжело, да. Ну, как бы, тем не менее, спорт, стараемся. Асфальт, если честно, не очень. Ну, нам выбирать не с чего, здесь хотя бы более-менее пойдет. Он как бы такой бугристый, чуть-чуть этот, ну, не знаю. Ну, хотя бы такое на этом это. Смотрите, без купюр, хорошая программа. В Киргизию в этом году мы первый раз, в принципе, приехали, потому что до этого мероприятия попадали на те же даты, что и мероприятия в Казахстане. Сезон у нас, на самом деле, очень насыщенный. Две вот эти машины, которые поехали с Алматы, только неделю назад участвовали в этапе по дрифту, их не успели даже до сюда ни подготовить, ничего с ними сделать. Они как стояли дома с резиной загруженной, так и поехали сюда, в Бишкек. То есть в последний момент решились и рванули. В
всем, конечно, успехов, чтобы не ломались, конечно. Вот. Ну, что я могу... Давай, так скажем, да. Как в других видах спорта, здесь, получается, мы не конкуренты. Мы в основном, так скажем, друзья. Мы тут друг другу помогаем. Сегодня вот у нас две машины стоят, это наши доноры. Здесь раздали запчасти, у кого сломано, там раздали запчасти. Все мы друг другу стараемся помочь, посоветоваться, да, конечно. Это у нас и приветствуется хорошо. Пока. Смотрите без купюр. Приезжайте обязательно, всегда зовем всех пилотов Киргизии, чтобы приезжали на этапы в город Алматы, потому что специально привозят судей из России, которые дают очень много хорошего и сильного опыта, позволяют расти всем пилотам качественно. Вот. Но, к сожалению, никто из дрифтеров не приезжает, это плохо. Начнут приезжать, результаты у всех начнут расти просто нереально быстро. Смотрите без купюр. Что проходит? У нас проходит Джимкана. Да. Вот. Неизвестно, кто выиграл, я за этим абсолютно не следила. Но мне очень понравилось, все было круто. Вот народу, правда, было мало. Покупайте масло Valvoline. А ты сама пробовала масло? Нет, я не пробовала, у меня машины нет, но если я себе куплю машину, я буду пользоваться именно этим маслом. Ну, не знаю, оно как бы очень распространено в России, а сейчас оно у нас раскручивается только в Бишкеке. Вот. Но я думаю, то, что оно попрет, и все будет у нас хорошо. А, смотрите без купюр. В этом году, честно говоря, немного слабоват. Ну, возможно, все любители отдыхают на Иссык-Куле, так как закрытие сезона. А так неплохой. Единственное, мало спортсменов. Хотелось бы, чтобы побольше было. Ну, как бы, хотелось бы асфальт, чтобы получше был. Очень сильно изнашивается резина. А это вообще какая победа у тебя? В этом году? По счету. Вообще, в общем. Блин, я, честно, не считал. Ну, примерно. Сколько раз? Если... Не надоело побеждать? Такое разве может надоесть? Да нет, просто может хочется тебе, я не знаю, там соперника, который там постоянно делите и победы. Есть соперники. И плюс еще и молодежь на пятки наступает. Какие соперники? Соперники с команды Ява Тим, с которыми постоянно боремся. В Алмате это Влад Дорофеев, который присутствует здесь на соревнованиях тоже сегодня. Смотрите без купюр. Традиционное пилотное шоу от Алексея Веденева. В принципе, надеялся на хороший результат. Ну, в принципе, чуйка не подвела. Все хорошо, все замечательно. Как вам сезон вообще в этом году? Ну, сезон еще не кончился. Сезон насыщенный. В принципе, замечательный. Съездим еще в Казахстан, съездим на автослалом. Будет все хорошо. Машина, грубо говоря, полный сток. Запчасти просто с более доработанной машины. Единственное, в этом сезоне поставил гидроручник, и то, который, в принципе, подвел. Ну, ничего, доработаем. И просто убрал радиатор, потому что машина греется, убрал кондиционер. И приглашаем вас всех 2 октября
на большую тренировку от Honda клуба Time Attack. Будет весело, классно. Постараемся не подвести. Смотрите без купюр. А теперь вот ты скажи, я там сказал про 2 октября? Да. Точно? Да. А то 2 октября. Я...